Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию экстракт мяты. Мята – перечное многолетнее ароматическое травяное растение. Области применения очень разнообразны. Косметика для лица и тела, кулинария, кондитерская, парфюмерия и другие. Экстракт мяты перечное является успокаивающим, болеутоляющим местного назначения. Усиливает кровообращение. Может быть использоваться как натуральная косметика для всех типов кожи. Экстракт мяты в косметике такой. Экстракт мяты для волос успокаивает кожу головы. Мятный экстракт придаст объем и блеск вашим локонам. Экстракт мяты в косметике тонизирует и очищает кожу, ухаживая за жирной кожей. Помогает справиться с очагами угревой сыпи. Антиоксидант. Освежает кожу, разглаживает морщины. Экстракт мяты насыщает кислородом и необходимым коже элементами для здорового цвета лица. Данный экстракт – это ваш зонтик от солнечных лучей. Купив экстракт мяты для создания косметики под глаза, вы успокоите нежную кожу, освежает и предупреждает первые морщинки. Используя экстракт мяты в маловарении, ваше косметическое средство станет подарком здоровья родным и близким. Применение таково. Мыло ручной работы, кремы, детская косметика, медицина, шампуни, восстанавливающие маски, бальзамы, кондиционеры, скрабы, лосьоны, пена для бритья, бальзамы для губ. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт мяты нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!